туннеле, повизжать и покричать. А чтобы усилить эффект подземелья и нагнать страху, пару раз школьникам неожиданно выключили свет. Детям пугаться понравилось. Вообще дети должны взять с собой ручечку и альбомчик. Кстати, я об этом в последний раз очень горько пожалела, потому что, когда мы стали писать сочинения, они не могли вспомнить практически ни одно из исторических названий. Было. Одна только записывала у меня Курмиджанова Камила и Макарова Маша. Но они девочки, которые действительно этим интересуются. Они приехали из далеких республик, из других городов. Им, конечно, интересно посмотреть. Вот. И поэтому, если бы мы записали, было бы намного больше толка. Я это возьму на вооружение и на родительском собрании об этом буду завтра говорить с родителями по поводу вот наших экскурсий. Самая ближайшая экскурсия у нас будет в Эрмитаж. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Остается лишь напомнить, что школа готовится к 70-летию и ждет в гости своих выпускников. Смотрите наши новые проекты. С вами были Маша Макарова и Дмитрий Жарков. До новых встреч! Школа, пока!